Настоящие дети полка. Уже более 10 лет группа «Оратория» играет суровую музыку. Военный поселок Рощинский – их малая родина. Именно там начался музыкальный путь. Люди, которые самоотверженно готовы пойти на риск ради того, чтобы сохранить жизнь другого человека, это прежде всего, конечно, герои. Нестандартное поздравление. Ответ молодежи старшим поколениям. Большая программа для героев и простых зрителей, чтобы не забывали. И эти песни понимают не только люди в годах, или средние, или молодежь. Эти песни доступны и понятны школьникам. Формат определяет содержание. Совсем разная публика, от школьников до ветеранов. Пришли те, кто знает, что такое героизм и откуда он берется. Для них День Героев Отечества – не пустые слова. Поэтому какой-то патриотизм у каждого молодого человека воспитывается к своему. Вот, сейчас у нас немножко стало лучше. Виктория Шаре, Анастасия Зубарева, Станислав Левин, ГИС «События».